Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сейчас уже конец декабря, до Нового года осталось 11 дней. Ой, с чем вас и поздравляю. Смотрите, как здесь все замерзло. И вот, ой, как оно едет. Вот вам видно, да? Ой, какая красотища. Это вот наше с вами излюбленное место, где я постоянно снимаю. Вот сейчас здесь так все позамерзало. И льдинки эти туда-сюда катаются. Видите, сейчас около 12 градусов мороза. Холодно, ну, ветра нет. Вот можете посмотреть, как у нас здесь сегодня. Вот. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю вам самого-самого всего наилучшего. Пусть и ваши мечты обязательно исполнятся. Там вот снимала здесь во Владивостоке Адмиральский сквер. И можете посмотреть это видео. Красивое получилось, там красивая музыка. И там есть такая почта Деду Морозу. Так что можно заказывать, загадывать свои пожелания. И все, что вы хотите, обязательно исполнится. Так что приходите, кто местный, туда приходите. А кто нет, пишите «Великий Устюг», загадывайте желания. Ну, а вы знаете, Вселенная это всегда слышит и исполняет. И кому как. Когда-то очень быстро желание исполняется, а у кого-то немножко подольше. Ну, ничего. Главное терпение, и можно подождать. Вот такая у нас сегодня прекрасная здесь погода. Кстати, обещают снег в четверг. Посмотрим. Если прогноз погоды сбудется, значит, будет новый снег. Ледяной дождь я уже вам снимала. Видели, что у нас там происходило? Кто, кстати, первый раз зашел на канал, пожалуйста, смотрите видео. Здесь интересно. Я все рассказываю о Дальнем Востоке. Как живем, что у нас здесь происходит, какие новости. Вообще о новостях в мире рассказываю. Так что можете это все посмотреть. Пишите в комментариях, откуда вы. Ну, можете прям адреса квартиры не писать, а то есть такие комментарии, где прям точный адрес пишут. Ну, они пишут, где они раньше жили. Ну, смотрите, как вам там удобнее. Так что это мои любимые подписчики. И пусть как бы делают, что хотят. Кто первый раз зашел на канал, то, пожалуйста, если видео понравится, подписывайтесь, поддержите канал, делитесь видео, пишите комментарии, жмите на палец вверх, жмите на колокольчик, который будет оповещать о новых видео. За это ничего платить не надо, потому что бывает, что боятся, куда-нибудь там понажимают, поподписываются, а потом начнут денежку снимать. Нет, ничего такого не произойдет, так что, пожалуйста, присоединяйтесь к каналу. Очень-очень много рассказываю о жизни здесь, о ценах. Снимала тут уже много магазинов. Посмотрите. Очень хороший, кстати, хочу вам порекомендовать. Там корейский магазин снимала. Там, ну, кто смотрит давно канал, знает, что я в Корее жила. И это очень хорошего качества. Будет то, что вы купите, но свою цену оправдает. Ну, может, для кого-то это покажется немножко цена дорогая. Ну, извините, оно очень хорошего качества. И надолго-долго вам хватит. Вот и когда мы покупаем продукты, тоже затрачиваем какую-то энную сумму денег. Ну, это быстро все съедается. А то, что вы купите, это может прослужить вам несколько лет. У них такие, ну, такое качество, что даже машинки эти стиральные, холодильники по 20-25 лет будут служить вам. Поэтому я думаю, что оно того стоит. Хороший товар. Так что с вами посмотрите видео, кому интересно. Вот видите, как оно все замерзло. Сейчас вот вам покажу поближе. Так, пишите, где будете встречать Новый год. Ну, сейчас из-за пандемии в основном, ну, Новый год
семейный праздник, поэтому как бы рекомендуется его дома встречать. Ну, что в этом году, видимо, будем и делать. Вот, так что наряжайте ваши елки, покупайте все на праздничный стол. Вот, и чтобы у вас изобилие было целый год. Этого вам желаю. Так вот, здесь у нас, смотрите, какая здесь красота. Ну, получается, в любое время года пейзаж один, а оно вот так вот все выглядит. Красиво-красиво. Так, очень благодарю всех и новых подписчиков, и тех, кто давно уже на канале. Пишите комментарии такие большие. Все мне отписывайте, рассказывайте. И где жили, особенно кто уехал, видимо, соскучились за этими местами. Вот просят поснимать дома, квартиры, улицы, где жили, какие-то районы. Школу попросили снять тоже воспоминания. Так что все-все, дорогие мои, обязательно сниму. Везде поезжу, все поснимаю и видео выставлю. Мне главное, нужна ваша активность. Поддерживайте, потому что, чтобы канал увидели и другие. В общем, надо ваша активность. Пишите комментарии, там понравилось, не понравилось. Жмите на этот палец. Вот будем вместе с вами активно участвовать в жизни этого канала. Я тоже подписана на другие каналы. Смотрю их с интересом в свое свободное время. Вот, говорю, смотрела бы и смотрела столько всего интересного, столько всего классного. Но, к сожалению, времени нет. Вы знаете, что я работаю. Вот, ну и тем не менее, видите, как часто выходит видео. Как-то так все сделала себе этот график, который, ну, позволяет мне и снимать видео, выставлять, загружать. Вот, и также и работать. Потому что надо на что-то тоже питаться, жить, оплачивать услуги. Кстати, сейчас вот по коммунальным услугам я уже в прошлом видео вам говорила, что там будут пени, штрафы. Поэтому, пожалуйста, кто еще не оплатил, оплачивайте, чтобы вы без долгов ушли в следующий год. Потому что так вот у нас здесь, во всяком случае, пишут, что будут начислять уже за неоплаченные квитанции штрафы, пени. Вот так вот. Так что, дорогие мои, идите без долгов следующий ваш год. Вот здесь вот с вами погуляли с утра пораньше. Пишите, что хотели бы вы еще увидеть. Там вот просили меня снять вторую речку. Амурскую. Это я все помню, буду снимать. Обещала уже музей. Это туда мне надо тоже специально съездить, потому что там кое-что хотят увидеть. Ну, кому интересно, видео открывайте, смотрите. У меня там поступил, так сказать, заказ. Потому что человек там хотел именно в этом видео что-то интересное увидеть. Смотрите на канале, узнаете, что. Вот. И ему приходится преодолеть путь из Москвы, я так поняла, сюда во Владивосток, чтобы увидеть этот музей и именно то, что он хочет увидеть. Поэтому сниму, обязательно сниму. Все понимаю, понимаю ситуацию, понимаю, что пандемия. Ну и не у каждого есть возможность летать вот это вот сюда так далеко. Так, я здесь иду по камушкам, поэтому может у вас там какой-то звук. Так, все ваши пожелания исполняю, выполняю. Вот, пожелали там, чтобы музыка потише звучала в автомобиле, когда еду. Хорошо, прислушалась, звучит потише. Мне один комментарий очень понравился. Пишут, ну там вот вы поснимали, там, по-моему, на набережной я снимала. Вот кто-то пишет, ну лучше было бы, если бы было без комментариев. Ну, вообще интересно. Ну, лучше, может, без меня смотрели. Ну, есть канал, и буду здесь обязательно разговаривать. У меня такой канал. Если хочется вам что-то другое, что просто смотреть там картинки, видео какие-то там, ну, без голоса, без комментариев. Ну, много таких каналов есть. По-разному снимают, поэтому, пожалуйста,
Смотрите, и там тоже. Так что я здесь буду разговаривать, буду все рассказывать. Мне это интересно. Вы, почему люди подписываются? Потому что чувствуется даже через вот экран мой интерес к тому, что я рассказываю. Мне само это доставляет, как говорится, удовольствие. Все это мне интересно. Вот люди чувствуют энергетику. Вот я стараюсь даже какие-то негативные новости, которые вот в нашей реальной жизни, рассказывать тоже. Ну, потому что это, ну, реально все. Это не придуманное. Но они есть, то черное, то белое. Вот, и поэтому рассказываю все. Так что, кому интересно, пожалуйста, слушайте, присоединяйтесь. Вот я с удовольствием здесь все для вас вещаю. Ой, так вот, все эти льдинки здесь. Сейчас, видите, видно вам. Вот они. Все это катается тут. Туда-сюда. Они, знаете, как танцующие какие-то льдинки. Ой, каждый раз снимаю, каждый раз у меня что-то получается очень интересное. Вот, видите, какая красотища. Это здесь, ну, можно сказать, море с небом слились воедино. Вот, здесь еще рыбку не половишь. Здесь рыбаки сюда тоже приходят, здесь ловят. Ну, еще, видите, здесь только можно покататься. Ну, это я шучу, конечно. Здесь все одно от другого, видите, оторвано. Ну, вот вам видно, как это все здесь. Вот так вот. Сниму обязательно новогоднюю нашу елку, главную. Уже видели вы, наверное, если видики смотрите мои. Вот там снимала. Елка еще была не украшена. Она стоит красивая, но еще ее не украсили. Так что будем ждать, когда она будет в игрушках. Вот вся зажжется там красотой своей. Будет сверкать в нашей столице Дальнего Востока, городе Владивостоке. Вот. Так что вот так вот. Ну, надеюсь, время провели не зря, как всегда. Ждите новых новостей. Ждите всего самого нового и интересного. Все. Всех вам благ. Всех целую, люблю. До новых встреч.